Уважай закон, и у тебя не будет проблем в Драконьем мосте. Смотри, не взлетайся, он тут главный. Прошу, со всеми вопросами обращайся к управителю, Фолку Огнебороду. Я управитель Ярла. Если при дворе у тебя есть какие-то дела, если бы мне от тебя было что-то нужно, я бы сказала. Ничего, я занята. И я не люблю, когда меня отвлекают, если мне от тебя ничего не нужно. Ой, не смотри на меня так. Ладно, думаю, найдется у меня для тебя черная работа. Может, хоть приставать не будешь. У нас тут проблемы с вампирами. Начали находить обескровленные тела. Я знаю неподалеку их логово. Хорошо бы его зачистить. Не думаю, что даже такая задача тебе по силам. Если будут вопросы, возвращайся ко мне. Двери Синего дворца всегда открыты. Я была при дворе со времен правления отца Торуга. На эту должность меня назначил Торуг. Мне нравится думать, что годы надо мной не властны. Сейчас я гораздо мудрее, чем раньше, и знаю, когда говорить, а когда лучше помолчать. Вампиры — хитрые охотники. Наверняка хитрее тебя. У тебя дело при дворе? Ярла, не стоит беспокоить насущными придворными делами. Уважай эти закон, заботы он и у поручил тебя не мне. Будет проблем в драконе. Милости прошу ко двору в Солитюде. Пока можно.
Да хранят тебя боги в битвах, друг. Если бы мне от тебя было что-то нужно, я бы сказала. Грязные твари живут в темноте. Такая дикость и варварство. Я люблю роскошные вещи, вроде этой. Вот, это тебе за труды. И, пожалуй, стоит бесплатно показать тебе пару приемов магии иллюзий. Как ты на это смотришь? Береги себя и всегда помни, в мире полно людей, готовых пролить твою кровь.